Как сказать по-английски «мне показалось» или «мне послышалось»? Ответ вы узнаете в этом видео. Меня зовут Кристина Бьорн, вы на канале English Spot и приятного просмотра! К сожалению, в английском нет такого универсального глагола, но это не беда. Его аналогом можно считать комбинацию довольно простых, всем известных глаголов. Это глагол to think, думать, а далее нам нужно определиться. Нам это показалось, то есть нам показалось, что мы что-то видели. Или нам это послышалось, показалось. I thought I saw. И послышалось. I thought I heard. I thought I heard. И здесь есть один очень важный момент. На этом нельзя заканчивать предложение. Мы обязательно должны что-то сказать после. Например, мне послышалось. I thought I heard something. I thought I heard something. То есть дословно получится «я думала, что услышала что-то». I thought I heard my phone. Мне показалось, что я услышала свой телефон. Можно добавить ringing, можно убрать. Или, например, вы гуляете с другом, и вдруг он резко останавливается и куда-то смотрит. И вы можете спросить, что такое? What is it? На что он может вам ответить? Nothing. I thought I saw someone I know. Мне показалось. Мне показалось, что я увидел кого-то, кого знаю. I thought I saw someone I know. А теперь давайте посмотрим примеры с фильма. Hurry, boy! Get the flowers! Mrs. Puff, you're as beautiful as ever. That's funny. I thought I heard SpongeBob's voice. You did. He'll be right back. He's our personal assistant for the day. Hurry, boy! Get the flowers! Mrs. Puff, you're as beautiful as ever. That's funny. I thought I heard SpongeBob's voice. You did. He'll be right back. He's our person. Итак, друзья, надеюсь, это видео было для вас полезно. И если это так, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. По традиции советую отработать полученные знания с носителями английского языка на Кэмбли. Ссылки будут в описании. А я желаю вам успехов в изучении английского и до скорых встреч. Пока-пока!